Всем привет! Решил записать видео о своем будущем проекте. Это будет у нас квадрокоптер DJI Inspire, который стоимостью доходит до 300 тысяч рублей. И попробуем реализовать это, собрав самим. Вот. Многие элементы, которые вы сейчас видите на видео, будут заменены. Те же даже трубки карбоновые будут удлинены, он будет гораздо больше. Будет стоять очень мощные двигатели с пропеллерами. Будет, конечно же, отдельное видео по комплектующим, по сборке, по всем нюансам. Их очень много, тут очень прям. Но, тем не менее, попробуем это все реализовать. И в своей странице ВКонтакте выкладываю фото о сделанной работе. И многие пишут комментарии, зачем я это делаю. Это бессмысленная работа. Но, друзья, это все-таки авиамоделизм. И все равно мы что-либо моделируем. Это, говорится, хобби, это интерес, говорится, сделать то, что очень проблематично, потом получить кучу эмоций и удовольствия. Значит, передатчик у меня будет FlySky i6. Главная задача у меня была на данный момент реализовать это ход лучей. Подключаем питание. Включаем передатчик. И наблюдаем. Вывел это все на тумблер трехпозиционный. Опускаем вниз. Надо придерживать, потому что шток еще не обрезанный. Как видите, убираются лучи. И также происходит подъем. Значит, также, почему на трехпозиционной, а не двух крайних положениях? Специально, чтобы можно было горизонт сделать. Сейчас опустим пониже. Также назначил на передатчике, это пятый канал у меня, и сделал файл сейф, то есть при возврате нашего квадрокоптера домой, при потере сигнала, ему нельзя задавать, ну, точнее, он будет летать в основном у нас в таком положении, вот, и посадка как бы лучше не производить так, надо лучше с опущенными лучами, вот. И производим отключение. Смотрим на квадрокоптер. В автомате все поднимается. Говорится, это была моя первая задача. Это сейчас реализовать. Вторая задача — это поставить на него полетный контроллер, всю электронику и правильно настроить, выйти в поле, облетать.